Всем привет! Меня зовут Ирина Форме, а это моя напарница Василиса, и мы рады приветствовать вас на нашей тренировке, которая посвящена укреплению кора, а также мышц спины. Первое упражнение – это планка со сменой положения рук. Итак, исходная позиция – положение стол. Ладони строго под плечами, колени под тазобедренными суставами. Переходим на локти, подтягиваем максимально живот, возвращаемся обратно на прямые руки. Снова уходим на локти, обратно на прямые руки. Данное упражнение мы с вами выполняем от 30 до 60 секунд. И таких два подхода. Второе упражнение – это планка, боковая планка на прямой руке с закрытием корпуса. Итак, исходная позиция. Колено нижней ноги согнуто, рука в выпрямленном положении. На выдохе начинаем закрывать корпус, направляя руку по диагонали вперед. На вдохе раскрываем грудной отдел. Снова выдох, закрыли корпус. Вдох, раскрыли. Снова выдох, скрутились. Вдох, раскрыли грудной отдел. Данное упражнение мы с вами выполняем по 10-12 повторений и таких в сумме 4 подхода. Третье упражнение – это динамическая боковая планка на локте. Итак, исходная позиция – локоть под плечом, таз отрываем от пола, колено нижней ноги в согнутом положении. И начинаем на выдохе выталкивать таз наверх, на вдохе опускать вниз. Снова выдох наверх, вдох вниз. В данном положении живот максимально подтягиваем. Упражнение выполняем по 8-12 повторений для каждой стороны. И таких 4 подхода. И заключительное упражнение – это обратный стол. Ладони под плечами, 90 градусов угол в коленном суставе и выталкиваем таз наверх. Данное упражнение мы с вами выполняем по 20-30 секунд. И таких 3 подхода. Помним, что здоровый и укрепленный позвоночник – это основа вашего здорового самочувствия. Занимайтесь спортом в любое время.